Всем привет! Вы на канале Ринеру. Сегодняшнее видео будет посвящено нынешнему прям-танку за Китайскую Народную Республику, а именно Type-69-2G. Это модификация данного танка для Бангладеша. Приобретя данный набор, вы получите сам танк, 2000 золота, 15 дней према, 1000 social credit, одна кошка-жена и вторая миска риса. А еще с вас будут все смеяться, потому что вы купили прем за Китай, не самую важную нынче нацию в игре. Разве что сетап из 3 Т-34 85 на 5,7 будет представлять какой-то интерес. Ладно, шутки шутками, а теперь перейдем к обзору тайпа. Начнем с вооружения. Здесь оно представлено 105-мм пушкой с довольно долгой перезарядкой в 7,9 секунд на эксперта и хорошим пробивным снарядом. Также есть фугас с дистанционным взрывателем, но думаю, что он не особо вам пригодится. Из минусов, кроме перезарядки, могу отметить УВН в минус 4 градуса и отсутствие тепловизора. Весьма печально для боевого рейтинга 8.7, причем у линейных китайских машин на этом ранге уже есть теплак. Теперь рассмотрим бронирование. Это типичный корпус от Т-54, за исключением разве что решетчатых экранов сзади башни и динамической защиты, которая спасает лишь от кумулей. Объективно, танк картон. Однако иногда он может танкануть топливными баками, как это делают типичные софты. Что касается подвижности, при массе в 37 тонн двигатель всего на 580 лошадиных сил. И это плохо. Максимальная скорость ВРБ составляет 50 км в час, назад 7,5. И вот подвижность, как по мне, ставит крест на этом танке для применения ВРБ. Но зато в аркадных боях он более чем неплох. Двигатель бустится до 1107 лошадиных сил и уже разгоняет машину до 56 км в час. Собрав на этом танке в аркаду более чем 450 бою, я могу сделать по нему такой вывод. Он весьма хороший танк в этом режиме, со средней подвижностью, хорошей пушкой и рандомной живучестью. Очень часто происходило непонятное танкование. Однако, он абсолютно не годится для холмистых карт из-за его угловного. И в целом, хоть и успешно открыл на нем весь Китай, набил раза 3 ядерную бомбу и вроде бы остался танком доволен, но как только я пересаживался на натовские танки с хорошими углами наводки и задним ходом, чувствовалось, что же мне не хватало в Type-69-2G. Но с другой стороны, танки НАТО, отмечу, гораздо чаще умирали от ваншотов и намного реже танковали. Вот такая вот советско-китайская школа танкостроения. Приходится жертвовать комфортабельностью в угоду более низкому силуэту и соответственно живучести за счет углов расположения бронеплит. Если поговорить об альтернативных премах 6 ранга за Китай, то тут еще есть два варианта. Первый — это колесник ПМА-301, хорошей пушкой, полным отсутствием живучести, заднего хода и УВН. Так себе вариант. А второй вариант — это Т-62, номер 545, который можно было совсем недавно приобрести накануне китайского Нового года. Это обычный Т-62 с прищущей ей долгой перезарядкой с механизмом выбрасывания стрелянных гильз. Однако в целом хороший танк. Что касается сетапа на 8.7, то тут можно разместить М63 ТТС, весьма хороший танк, также ДТЗ-59Т1, он довольно схож на Type-69-2G, но имеет более долгую перезарядку, чуть хуже двигатель, но лучше динамическую защиту, которая имеет небольшую защиту от кинетики. Также САУ ПТЗ-89, которая хоть и картонная, но зато имеет орудие на 120 мм с автоматом заряжания на 5 секунд, а также башню. И если вы все-таки решитесь играть в совместных боях, то из авиации здесь можно разместить Thunderjet, Ил-28 или даже P-47 Thunderbolt более чем сгодится. Заплыв пивнуть главный минус этого танка. Поскольку он имеет боевой рейтинг 8.7, то будьте готовы большинство боев играть на 9.7, потому что товарищи накупили так много турмсов, что им нужно подкидывать все мясо с 8.7-9.0 для того, чтобы начать бой. И это, пожалуй, главный минус танка. Ведь тот же Т-55М1 имеет БР-83 и никогда на 9.7 не попадет. Все для совочка продумано, не правда ли? Наконец пришло время подвести итоги. Т-69-2G – это типичный танк советского образца, лишенный углов наводки, заднего хода и чуть хуже перезарядки относительно НАТО-танков. С другой стороны, он предоставляет возможность танковать кумули при помощи динамической защиты, а также периодически нивелировать баками урон от пробитий. Как я уже говорил, танк мне показался очень хорошим именно в аркадных танковых боях. Но если вы того хотите, можете взять вместо него ВМА-301 или Т-62. Все они тоже премы и тоже 6 ранга, а значит прокачать вам всю ветку.
сожалению, прям танков натовских стандартов у Китая нету. Можете разве что при своем личном желании повесить талисман на какой-то М60 ТТС или CM11. Но в целом ветка Китай сейчас не предоставит вам ничего уникального, за исключением того же CM11. Большая часть представленных танков светского образца. Многие линейные машины – это бывшие акционки, которые есть в других нациях. А еще на топ-тире китайцы уступают советским танкам, отсутствием динамической защиты по бортам и менее комфортным прицелом. Но если уж качать нечего, как это было у меня, то можете попробовать очередную ветку полуклон. А на этом у меня все, пока-пока.